Всем привет, ребят! Мы на аккаунте моего тезки Евгения, Alone DJ. Вот такой вот у него ник. Находится он в гильдии Фенрир. По поводу вступления писать в телегу собачка SOBSFNR. Вот так вот, в принципе, вам на экране все видно. У нас сегодня коллекционер, интересный коллекционер, непонятный коллекционер, много падает, много не падает, кому как, как-то не знаю, вроде слизни падают нормально, а одним вообще нифига не падает. Окей, поехали, смотрим аккаунт, без доната, все накоплено, почти 80 косамов, красавчик. Смотрим. О, сейчас будет, ребята, куча недостающих героев. Так, Бигфут, Фараон, Стрелок, Фрея, Командора, ПБшка, Ледяха, Асура, Ронин. Ну, в общем, короче, полный набор, поехали, не будем. Давайте посмотрим, как без доната вообще живут. Так, девяточки, одиннадцатая, ну, относительно неплохо. Пикавка. В общем, жить можно. Анубис есть, надо Фрайку еще ему вытащить, и будет полный фарш. Так, окей, let's go. Посмотрим, что у нас тут интересного сегодня будет. 78к, однозначно мы заберем пакт. Выбили уже первую имбу, это у нас был Сноу, Ара, Атлант, еще одна имба. Фараон, поздравляю, самый топовый недостающий герой у тебя уже есть. Черепуля, неплохо. А череп у него есть? Но думаю, что есть череп. Да, череп у него есть. Так, окей, поехали дальше. Триантик. Так, ну чё? Пора выбивать уже имбу. Время твое пришло. Варлок. Тыква. Конечно, это смешно, но мы уже слили 15к, и мы нифига толком не выбили. Посмеялись, поржали. И разбежались. Суккуб. Так, ну давайте до 50к. Химка, ну... Блин, ну чё фея? Там буквы R забыли. Жизнь боль, ребят. Без донаты тоже плачут. Еще больше, когда видят такие роллинги. А вот это было то, что надо. Стрелок, ну что, поздравляю. У тебя уже есть один из таких топовых, который вошел в топ-10. У меня даже и герой, и тебе он реально поможет. Поздравляю. Интересно, что у него пройдено вообще по волнам. Вот отца волна. Ну, отлично. Хороший герой. Осталось Фрайку еще вытащить. И будет полное счастье. Так, отлично. Ну что, поехали дальше. Выбивать следующую имбу. Ну это, конечно же, у нас будет не паладин. И не ниндзя, и не Тесса, и не Сноу. Это у нас будет даже не Кенди и не ведьма. Это у нас будет, ну, Валька не тянет на имбу. Дия, где ты, имба? Мы за тобой идем. Давай уже, просыпайся. Да, ребят. Рино. Жесть какая-то. Просто жесть творится на этом аккаунте. Вроде казалось бы, надо куча легендарных героев. Посмотрите, что ему сыпят. Заклинательница врат Дракула. Суккуб. Да. Плакать хочется. Ну, по сути, за 48к собрали. Жесть.
Полная творится. Так, поехали опять в рейд. Так, отлично. С этим мы справились, поехали дальше. Смотрим, что у нас выпадет за следующих 15к. Ну, недостающих мы ему-то выбили, но как-то реально без донату падают бездонатные герои. Да и не просто бездонатные герои, а те, которые, ну, средненькие. А что это такое? Рандом. Я шатал тебя таким роллингом. Роллить даже не хочется. Посмотрите на это. Так, до следующей леги. Я сказал до следующей леги, а не до конца самоцветов. Ну посмотрите, ну просто тупо дичь. Даже выйду с этого аккаунта. Это просто ужас, ребят. Куда уже хуже? Где Фрей? Где мега-имбовые герои? Лазуликсы всякие. Я понимаю, что мы словили там вроде как бы топовых героев. Да. Без донаты тоже плачут. Однозначно. Ну я не знаю. Это какая-то карма на этих аккаунтах. Вот теперь, да, вот это, ребятушка, карма. Ну что, поздравляю. Вот она карма. И у тебя теперь есть еще и помимо стрелка, есть Фрея. Мы сегодня тебе оформили хороших девочек, приличных девочек. Одна жесткая, другая хлесткая, не знаю. Ну, в общем, как хочешь, так их теперь называй, но у тебя уже есть... Две, скажем так, топ имбы, и тебе уже на твоем бездонате будет намного легче. И мне легче, что я хоть что-то выбил на этом аккаунте. Так. Смотрим. Пул коллекционера собрали, отлично. Поздравляю. Скин есть. На тетушку Фрею. Так, собрать. Собрать. Отлично. Сейчас бы еще восьмую ремку вытащить. Было бы вообще эпичненько. Так. Лысая девочка. Так. Поехали, подкрываем. Подкрываем. Да че, блин, не то мы открываем. Мы открываем героев. Рейка. И стрелок. Отлично. Хоть не зря слили накопленные самоцветы. Так, смотрим, кто у него там еще с недостающих таких интересных есть. Бигфута мы, к сожалению, не вытащили. Фараона он сам себе откроет. Командору ПБшку видяхи нет. Так, Дракоса он сам откроет, если захочет, Артика, Рогатка, ну все, остальное у него вроде есть, Гарпия, да. Ну, роллинг, я считаю, удался. Так, смотрим, что там по талантикам. У наших девочек Корка третья и саморазрушение, вот так вот. Так, ну еще бы панчбокса, отлично, панчбокс готов. И еще баремочку, психощит, священный огонь, я считаю, отличненько, для стрелка самое то, пойдет. Так, окей, поздравляю, поехали посмотрим, что там у нас еще. Ни одного предмета этого, а, у нас места, я думаю, что за фигня творится, я не могу его открыть. Думаю, вроде ж карты выбивали.
Так, окей. Есть, отличненько. Поехали, еще карточки пооткрываем. Достаточно мест на складе, да, вы шутите. Как это недостаточно использовать, окей. Так, Ара, ну такое себе. Чики, 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 чики. Ну и все. Ну и все. Вот так вот, ребят. Ну что, я считаю, роллинг удался. Два топовых героя. Пул Коля, Порочный Пакт, СО. Все, пишите комменты, подписывайтесь, лайки, репостики. Всем удачи, всем пока.